Я хотел сегодня поговорить о феноменологии в таком простом виде, что это такое хотя бы там, чтобы было понятно, да? Ну вот феноменология, если брать слово, разбирать его по частям, да, вот оно состоит из двух слагаемых, это феномены и логии. Ну и понятно, что как бы если расшифровывать его по аналогии с тем, как мы другие науки, соответствующие там расшифровывать, там, физиология, там, биология и прочее, то это некая наука о феномене, да, вот о феноменах. Но если вдуматься в то, что, вот, что такое феномен, да, вот, феномен или там другой синоним этого слова, это явление, да, это вот то, что нам вот явно, да, то, что вот мы видим вот перед собой. Это, допустим, обычно это, вот, феномен имеет в виду прежде всего нечто данное восприятие. Ну, например, зрение, допустим, увидеть некий образ, вот это вот феномен. И вот получается, что если мы говорим в таком общем виде, что как наука о феномене, то любая наука частная, в том числе и биология, там, и физиология, там, и всякие и физика, и другие науки, все они на самом деле науки о неком феномене. Потому что каждая наука, она вот то, что видит, да, перед собой, то, что вот является, и она как-то каким-то образом по поводу этого размышляет, строит какую-то теорию. Пытается разобраться, там, каждая наука там, в своей области, там, физика, допустим, пытается разобраться, что такое движение, да, что такое вещество. Там, биологии там, с живыми организмами пытаются разобраться, химия, там, допустим, тоже опять же с веществом, да, но там в другом аспекте, там, просто на другом уровне. Ну и прочее. Как бы, и получается, что вот что тогда надо прояснить, что тогда с философской точки зрения, что такое феноменология, да, почему есть такая дисциплина. Феноменология как раз должна заниматься феноменом, как вот обычно в школе говорят, что философия должна заниматься какими-то общими принципами, там, общими законами и прочее. Да? Вот философия, как феноменология, как некая философия, она вот должна заниматься феноменом вот как таковым. То есть вот она должна нечто взять общее во всех феноменах, которые мы встречаем сейчас в науках, и вот это общее как-то понять, да, что такое феномен как таковой, независимо от того, какой науке он исследуется. И вот, собственно, вот это с вопросом о том, что такое феномен как таковой, возникает вот определенного рода проблемы там, и трудности, там, которые вот можно сегодня там обсудить. Ну, собственно, проблематику феноменологии на самом деле поставил еще в свое время Декарт. Вот такой философ французский. Он первый, почему именно его надо отчитывать феноменологию, это вот такую философскую дисциплину? Потому что он первый поставил вопрос об обосновании знаний. То есть вот у нас есть знание, там, которое разделяется в соответствии с частными науками, да, вот оно, знание, опять же, биологические, химические, физические и прочее. Но это знание как-то рассеяно, да, оно разделено. А вот существует ли некое единое знание, некое единое основание, к которому можно было бы свести все эти частные науки и тем самым обосновать их существенность. Да? Вот философия в лице Декарта, она пыталась вот создать такую дисциплину, которая бы могла бы дать общий метод для всех наук, которая могла бы дать общее обоснование, общий принцип для построения всякой науки. И вот этот общий принцип, я вот сейчас не буду излагать, что собственно философия состоит из Декарта, а просто общий принцип состоял в том, что исходит из некого опыта. Вот можно исходить, например, вот, как в религии делают, из неких догм, можно исходить из неких преданных каких-то там принципов, да, например, основываться на логике там, или там, на каких-то там, да, внутренних интуициях и прочее. А можно исходить из того, что вот есть некая очевидность, да, опытная, и вот это, с этой очевидностью опытной ничего нельзя поделать. Вот у Декарта есть такая очевидность, да, вот, сам, который в самом опыте лежит, это очевидность как бы вот самосознания. И вот на основании этой самоочевидности, которую уже нельзя, которую любой человек, который просто рассуждение Декарта услышит, он будет вынужден согласиться с тем, что это действительно очевидно. И вот если в качестве основания философии положить такую очевидность, то дальше можно попытаться выстроить некую вот такую аподектическую дисциплину, которая не будет базироваться ни на каких предпосылках, а будет как бы самоочевидна с самого начала. То есть она с самого начала будет базироваться на опыте, и как бы будет как башня выстроена вверх. Потому что постепенно как бы сначала, когда мы строим дисциплину, вот возникнет одно основание, потом на этом основании мы еще маленькое построим. Ну вот как вот мы дом строим, там, кирпичик за кирпичиком, как бы выстраиваем некий небоскреб знаний. Да, вот. Точно так же вот был такой проект, так, обосновать все знание, исходя из некого единого принципа, исходя из некого единого основания. Этим, в этом, этим основанием посчитали, в отличие от религии, да, где существуют какие-то догмы,
ну, взятые непонятно откуда. Да, там, или какие-то там без знаний, какие-то там, или, там какие-то книги там авторитетные. А тут основанием является вот чистый опыт. Вот именно опоры на опыт, феноменология отличается от всей другой философии. До феноменологии философия, она на самом деле базировалась на разных основаниях. Начиная с Декарта, философия стала феноменологией, потому что она начала базироваться на опыте. И, собственно, вот эта вот идея базироваться на опыте, подхватил за ним Кант, потом, который тоже пытался философию обосновать именно как-то на опыте. За ним Фихте, там был такой немецкий философ, и Кант, и Гегель. Вот все эти философы, все они на самом деле феноменологи. Да, все они пытаются вот найти вот это основание всей науки, всего знания. И этим основанием они видят единственным источником этого основания, они видят опыт. И, собственно, опора на опыт – это и есть то, что можно назвать феноменологией. Да, вот, именно в том философском смысле, который изучает феномен как таковой. Но проблема состоит в том, что в свое время вот был такой философ Гуссер, да, и вот Гуссер, у него даже его философию, он и понимал свою философию и называл ее как феноменологией. То есть он как-то узурпировал этот термин, как будто бы только с его философией феноменологии, собственно, выступил на свет. На самом деле феноменология, конечно, уже долгое время существовала, но просто с Гуссерем связывают это слово. Так вот, Гуссерль поставил эту проблему еще более фундаментально. Дело вот что, в чем. На самом деле, в классической философии вот, нам надо обязательно различить, что такое феномен, в отличие, допустим, от теории феномена. То есть вот, есть некая часть, то, что как бы реально, да, вот, как в науке различают, есть некая эмпирическая часть, да, есть некая теоретическая часть. Вот. В классической философии разделяли эмпирическую и теоретическую часть. И феномен как раз попадал в разряд чего-то эмпирического. И вот в своей эмпиричности феномен был тем, что предстает нам чувственно. И, собственно, различие мышления и феномена, то есть мышление о феномене и самого феномена, проходило по линии различения способностей, способности восприятия и мышления. Это, на самом деле, существенное ограничение понимания феномена, потому что феномен понимался только чувственно. И из этого следовало, что все реальное понималось только тоже чувственно. То есть реально считалось только то, что как бы доступно восприятие. Вот то, что дается нам через восприятие, то реально. А все, что мыслимое, да, все, что мыслимое, это некая наша деятельность, собственная, субъективная деятельность, которую мы подкладываем в основание этой реальности. Да. И получается, что мы как бы действуем с двух сторон. То есть вот. Когда вот субъект постигает объект, то он как бы действует и со стороны объекта, сначала его конструирует, и со стороны как бы уже воспринимающего субъекта, который этот сконструированный объект воспринимает. Проблема здесь состояла в том, что если субъект участвует с двух сторон, то как же быть с истиной, как же быть с сущностью? Вот. Можно изучать феномены так, как они есть, да, в реальности. То есть феноменология вот, в лице Гуссерля, просто к тому времени очень много знаний накопилось, она как бы выдвинула лозунг назад к самим вещам. Почему? Потому что было очень много дисциплин научных, которые имели некое знание уже, да, и поступали всякий раз к исследованию феномена с неких позиций. Ну, допустим, пытались философию свести к психологии, потому что находили во всех явление, которое изучает философию, психологический элемент, да, но именно, а именно как бы субъективную деятельность. И для того, чтобы каждый раз вот эти шоры знания его не мешали изучать феномен, нужно было вот разрушить некие предпосылки, некие стереотипы, да, и пробиться к самому феномену. И вот, собственно, вот в этом вот состояла, если так можно выразиться, новизна подхода Гуссерля, да, в отличие от других феноменологов. Как я говорил, Декарт и Гегель, что он именно пытался как бы возобновить эту изначальную феноменологическую задачу, да, исследовать сам феномен, как он есть, а не пытаться по поводу него теоретизировать, исходя из тех знаний, которые уже накоплены. Все? Нет. А что ты? Я просто думаю дальше. Перевести дух. Дальше это стоит. Там у тебя сама по себе будет или будет только одна дидактика опять?
будет. Но мне же надо. Знание какое-то там. Философия это будет? Мне же надо. Будет дидактика. Нет, будет, будет. Ну, ну, Паша, только к ней надо подойти. Суть вопроса вот в чем состоит. На самом деле, феномен, он не является чем-то только чувством. Вот это как бы, собственно, есть нечто уже, что не является дидактическим. Вот есть такая постпозитивистская философия такая. Нет, так можно подумать, что и этот Гусарь, и Декарт считали, что феномен является только чувственным. Да. Но они не считали. Явление всегда только чувственное. Нет, не так. А тогда кантовское представление о феноменах? Тоже только чувственное, это данное созерцание. Феномен данное созерцание. Ну, данное созерцание, правильно. Он дан... А опыт, он только в опыте уже вступает опыт о феномене, то есть мышление. Ну, ведь в явленности вещи всегда есть, помимо собственной вещи, есть еще и форма самой вещи. Раз есть форма самой вещи, значит, мы не можем говорить о феномене как чем-то чисто чувственном. И у Декарта точно так же. Всегда сознание предшествует созерцание, это пространство и время, как формы, они являются все равно формами чувств. И да. Они точно так же чувствуют. Да, они являются формой чувств. И поэтому они просто, нет, они просто точно так же чувственны. Это формы, но они точно так же чувственны. Как и у Аристотеля, формы точно так же чувственны. Пространственные формы хорошо. Точно так же чувственны. А вот другая форма. Вот вещи. Форма понятия, допустим, она не является чувством. А вот, например, что говорит Фихтер по этому поводу, что там есть форма внешнего чувства, внутреннего чувства, ты не хуже меня знаешь ситуацию, и мышление, которое состоит в том, что предмет есть. В утверждении бытия предмета, который нам явно, или бытия феномена, а согласись, что феномен нам дан в качестве существующего. В утверждении его бытия есть некое сверхчувственное начало, не сводящееся к чувственной данности. И уверяю тебя, и Декарт это понимал, и Кант, и тем более, ну, наверное, Гусарь понимал, и тем более, и Гусарь это понимал. Поэтому говорить, что знание, что феномен это нечто не только чувственное, это принадлежит современной философии, это неправильно. Это понимали все. Не так ли? Ну здесь просто, понимаешь, вопрос в том состоит, что смотря с какой стороны подходить. Конечно же, всякий раз, на самом деле, мы уже существуем где-то в середине, да, и уже как бы. Мы к феномену подходим с той стороны, что он уже как-то сконструирован. Да. Но если мы пытаемся зайти к началу некому, как вот делает философия там, того же Канта или Гегеля, если начинать сначала, да. То в самом начале то, что нам дано, оно только чувственно. И в нем нет никакого мышления. Ну, например, как в чувственной достоверности Гегеля есть только вот некие чувственные, да, вот единичные. Да, и там его надо постигать без помощи понятия. И оно постигается без помощи понятия. Оно просто есть и все чувствует. Так оно может и без помощи есть, но сам факт его бытия, то есть того, что существует, это и говорит о неком сверхчувственном начале. Просто оно в известном построении Гегеля, феноменологии духа, просто высвечивается. Просто это я просто обращаюсь вот сейчас на тысячи видеокамеры в отдельной части. Я просто хочу, что в 20 веке это есть распространенный фокус такой. Очень распространенный фокус. Он состоит в следующем, что оказывается, что в начале классическую философию начинают не понять, приписать ей какую-то недопонимание, а потом приписывают самим себе, то есть философии 20 века, что они это недопонимание великих философов 18-19 веков снимают. На самом деле не так. Недопонимание здесь есть только одно, с точки зрения современной французской философии. И не больше. То есть недочитанность классиков, недодуманность классиков их, и ничего более, опять-таки. И очень часто, при всем моем уважении к современной философии 20 века, дело обстоит именно так. И очень часто вот эти так называемые классики ломятся в открытые двери, часто. Ну, классики французской философии. Просто если мышление стоит в начале, то есть феномен это нечто, то, что стоит в начале, то, что себя показывает. Да. Если мышление стоит. Оно безусловно стоит в начале, феномен стоит в начале. Нет, если мышление. Но ты о его чисто чистой природе сказать не можешь никогда. Более того, когда ты внимательно в него вглянешься, как это происходит в феноменологии духа Гегеля, ты видишь, что, к сожалению, его природа двойственна. Ну, я не знаю, тут на самом деле, что можно сказать, действительно, просто это такая дискуссия получится немножко. Ну, можно попытаться действительно по этому поводу поговорить. Вопрос просто в следующем, что
постоянная, вечная, как бы вот рефрен как бы всех классических философий состоит в том, что понятия, они нечто нечувственное, что понятия как бы не существуют в виде предметов, что понятие это есть то, что как бы является нашей спонтанейностью, что понятие это есть то, что мы в мир вносим сами, что это нечто только субъективное и прочее, и прочее. Нет, это все так. Из этого следует. Есть философия, которая думает, нет, что понятие существует в качестве чувственных вещей. Из этого следует, смотри, если мышление является только нашей субъективной способностью, если мышление стоит на стороне субъекта, то отсюда просто отрицанием того субъективного мы приходим к пониманию того, что объективным является то, что не содержит в себе мышление. То, что только чувственно. То есть только то, что чувственно, является реальным. Только то, что чувственно, является феноменом. А мышление – это есть не наша добавка, есть наша субъективная деятельность, есть наша спонтанеемость, есть наш некий даже, можно сказать, произвол, который мы вносим в реальность. А декартовская когита, она является феноменом? Является. И только оно феноменом и является, по большому счету. Но, с другой стороны, оно полностью сверхчувственно, оно абсолютно немыслимо. В самом деле, Декарт говорит, допустим, наших глаз нету, наших рук нету, которым мы трогаем, смотря предмет. Но, несомненно, то, что я этот предмет мыслю. Камеру, например, или Сашу Горшкову, которого никто не видит на этой самой камере. Но он есть, господа, но он есть. Он вот там сидит. Несомненно, то, что я его мыслю. Несомненно. Это феномен. Ты оказываешься в некой ситуации, некого чистого я. Это чисто я, чисто феноменально. Согласись, что он феноменально? В известном смысле. Феноменально? Да, феноменально. Тут и вопрос состоит, что... Это безусловно, некий феномен сознания. То, что феноменально, оно всегда чувственно. Так вот, и где же оно чувственно-то? Ну, потому что понятие не относится к сфере феноменального понятия. Так и понятия нету здесь. Оно же тебе сразу же понятие-то не открывается. Оно открывается каким-то другим способом. У тебя есть действительно некий опыт сознания, опыт. Феноменальный опыт сознания. И в этом смысле, если ты говоришь «а я», то оно является феноменом действительно. Да, оно является феноменом, и нет там никакого понятия. Да. И оно может потом... Нет, оно может и потом и в понятии сказываться. Да, схвачено. Понятно. Но тем не менее, есть тоже у меня понятная интуиция, что это чистая когита Декарта, декартовское «я», является нечто сверхчувственным. Оно абсолютно феноменально, с другой стороны, сверхчувственно. Непонятно. Вам понятно. Оно, что значит сверхчувственное? У нас единственное место сверхчувственное – это мышление. Как из органов чувств можно ощутить феномен? Я вот этого не понимаю. Ну, должны быть органы чувств, да? Должны, да. И задействованы обязательно. Да, но, как его ощутить? Да, но у тебя... Родился ребенок, он без жизненного опыта, правильно. Вообще без ничего. Он постоянно через него чувствует. Поставь этот эксперимент. Допустим, у Саши Горшкова нет на самом деле. Но несомненно то, что я его мыслю. Несомненно то, что я его мыслю. Мыслители его на основе жизненного опыта уже. Не знаю, на каком жизненном опыте я. Вы сам по себе. Речь идет того, что пусть ничего нет, но несомненно есть тот, который в этом деле сомневается. Это достоверность не Саши Горшкова, я повторяю. Это достоверность меня. А сознание-то оно формируется на основании какого-то жизненного опыта. Неважно, но вот у тебя вот это есть некоторое вот я, которое ты находишься в некой позиции, что он значит феноменология. В этой позиции ты можешь задать этот вопрос, находясь вот прямо сейчас. Прямо сейчас, но это есть некий опыт. Да. А если некоторый опыт, проживается чувственно, как переживание. Пусть говорит он мне. Чувственное переживание. Пусть мне даже геометрическое переживание внутреннего чувства. Пусть все чего угодно. Ты говоришь про внутреннее чувство. Переживание же. Пусть некоторые переживания, но это переживание, я говорю, что. Но оно не сверхчувственно. А почему и нет? Сверхчувственно. Потому что сверхчувственно можно. Потому что это как раз чистая стихия мысли. То, что ты обнаружил некую достоверность мысли для самого себя. Не Сашу Горшкову. Не мысли. Со всем к нему уважением я обнаруживаю. И не телевизор, в котором я сомневаюсь. А мы такой обнаруживаем некую обнаруживаем достоверность опыта чисто. Не мышление, а просто опыт. Потому что под этой достоверностью может быть любой акт. Любое мышление, там, сомнение, сознание, любой акт. Мы обнаруживаем только... Угу. Просто опыта проживания. Игорь, докажи нам обратное. Чего? Что надо показывать? Ну, что если нет опыта, мы как можем... Да, допустим, никакого опыта нет. Вот, допустим, никакого
нас нет опыта жизни. Да, абсолютно, да? Никакого. Допустим, да. Этот утюг не утюг, мужчина перед нами, не мужчина, а женщина. Тогда другим словом просто называется, но... Пусть у нас есть Бог обманщик, который даже может обманывать нас по поводу природного математических доказательств, говорит Декарт. Пусть это так, но несомненно то, что я его мыслю. Утюг может быть не утюгом, может быть его вообще не существует, но несомненно то, что я его мыслю. Доказывается таким способом не бытие у тебя, а доказывается несомненность моя мысль и достоверность мысли для него себя, саму себя. Я. Вот оказывается, одно и то же я. Ну то есть что-то вижу, а что не еще вижу. Еще раз, Игорь, если это доказывается, да? Если это не опыт, то тогда это не проект самого Декарта. Декарт же хотел обосновать из опыта. Ну так это опыт, опыт. Это опыт. Если, это а опыт, если опыт, это сознание. Опыт, то опыт всегда чувствует. Не бывает никакого некоторые, опыта. Некоторая достоверность, которую ты сомневаться опыта. Это вот как, знаешь, как я открываю капот машины. Да. Вот я открываю, я там ничего не знаю. Ну что, да. Я пишу. Ну что-то я вижу, да. А что может? Да, правда, да. Это бы ситуация была бы, если бы вы открывали капот машины, а получали бы достоверность у вас самих. Понимаете разницу? Не то, что вы что-то там видите, а что это тут такое вижу? Так может это не... Вот я непонятно, что это такое. Какие-то повадки есть, что-то еще. А достоверно самого собственного присутствия. Несомненно, я в этом ничего не... Конечно, я присутствую, раз я это вижу. Да, 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 да. Допустим, я вообще в этом не понимаю, что у меня там под капотом находится. Непонятно, непонятно, что не понимаю я. Ну да. Вот декартовский опыт как раз... Вот это самое я, она мне я обнаружила. Я обнаружила, да? Да, вот это самое я, вот это. Это некая достоверность самого сознания. Да, иди пешком, да. Ну как? Ну тоже самое опыт. Точно такой же чувственный. Ну путем, но этим путем выбирается чувственный. Ну где же он чувственный? Ну сам нужно через чувственное чувство идет. Через внутренние чувства, переживания. И чего? Любой человек. Но если это я говорю, что да, и полностью глухой, и с такими ощущениями. Что он может ощутить? И он при всех при этом... Мы не знаем, а мы не знаем, что мы можем ощутить, если он не говорит, если у него как-то... Нет, 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 при всем при этом, для него опыт сомнения, я пока не надеюсь, возможно. Мне кажется, что если человек лишен полностью органов чувств, как к нему, по каким... каналом будет поступать информация в головной мозг и формироваться. Ну, видишь, ты пытаешься говорить как невролог. Да. А ты представь себе диспозицию Декарта, который говорит, да пусть вашего мозга, с вашим нервом... Это надо просто в шкуру Декарта влезть. Нет, нет, нет. Нет, из общего положения. Нету. Любой опыт... Нет, любой опыт является чувственным. Любой. Как так иначе можно? Правильно. Да, а как, да. Какие еще другой опыт бывает? Кроме как чувственный? Да, больше никак. Понятно, что некоторый опыт может быть как бы опыт и чувственный, и мыслительный одновременно, да, но да. Все равно мы об опыте говорим, как они. Ты просто слушаешь, вот этот декартовский простой опыт, который ты сам начал, да? Да. С этого опыта. Ты считаешь его чувственным? Я считаю, да, это опыт внутреннего переживания. Ну, внутреннего переживания, да, но говорить о том, что он чувственный, но это чувственный не такой. Внутреннее чувство. А чувственное я всю жизнь не знаю. Значит, внутреннее чувство как бы есть у нас? Да, а ты еще скажешь, что внутреннее чувство это нечто чувственное. А что это такое? Ну, внутреннее чувство, другое же. Ну, у тебя чувство не казалось, когда я вот так смотрю, когда я щупаю, когда я лежу. То есть, а когда ты переживаешь внутри себя страх, это не чувство, да? Ты можешь щупать, лизать. Внутри, когда страх переживаешь, это не чувство. Мне казалось, что всегда. А чувственное, вот, то есть переживание времени, абсолютное переживание времени, чувственный опыт. Есть же у человека еще помимо того, что он лежит, нюхает и закладывает заводник. Да, но... Почему у него есть абсолютное переживание времени? Да нет у него. Нету, считаешь, что переживание времени? То есть опыта внутреннего чувства нету? Внутреннего чувства. Но это опыт, опять же, внутреннего чувства. Вот о чем... Почему разговор, который завел Влад, он важен. Это вопрос, а? О феноменологии, о некоторых феноменах. Ведь в чем Декарт говорит, что вот этот эксперимент можно поставить, пусть ничего нет ни утюга, ни Саши Горшкова, ни моих рук, ни Бог обманщик существует, но несомненно то, что я их мыслю. Пусть утюга нет, но несомненно то, что я мыслю. И в этом акте мышления ты обнаружишь самого себя, казалось бы, вот этот эксперимент. Он считал, что любой человек может проделать, но в смысле суть некоторых феноменов, феноменологии. Да? Ведь в этом вопрос. То, что ты... Нет, я не в эту сторону, ты просто в эту сторону. Нет, я в эту сторону говорю. Я просто говорю, что феномен изначально на самом деле не является чем-то чувственным. Ну я говорю. То есть он как бы я тебе это говорю. Чем-то является, что имеет компоненту чувственную, а не имеет компоненту мыслительную. Я это говорю, но я просто. Но в классической философии это не так. В классической философии феномен только чувственный. А я хочу сказать, что. Почему? Потому что там мышление на стороне субъективности. Да. А я хочу сказать, что уже философия Декарта, как мы его разбираем.
Мы видим мощную сверхчувственную компоненту. Я же тебе сказал, это сверхчувственная твоя компонента, но на самом деле не всегда понимается в классической философии как чувственная компонента. А просто взять опять же... Ну это разговор о словах. Нет, ну как разговор о словах. Я же говорю про классическую философию. Классическая философия в лице Канта называет твое переживание внутреннее. Да. Это внутреннее чувство. Да, да. Но тем не менее, он говорит, да, внутренним чувством. Да. Или поэтому любой опыт чувствует. Является опытом, начинается в чувстве, любой опыт начинается в чувстве. Ну, и это точно так же Гегель в «Фенологии духа» в первой главе, пытаясь находить это дело в чувственном, тут же убеждается в сверхчувственной природе бытия. Ну, что значит сверхчувственной природе, когда ты говоришь, ты как бы наводишь здесь тень на плети, потому что речь идет о мышлении. Никакой другой сверхчувственного, кроме мышления, у нас нет. Речь идет тогда о мышлении. Что у нас либо есть чувство, либо есть мышление. В классической философии между этими двумя способностями разыгрывается игра. Да, то, что в чувстве, должно быть помысленно как бы, да, и переведено в некое другое состояние. Состояние знания. Это чувство и мышление, они же друг с другом взаимосвязаны, и, так сказать, одно переходит в другое, или как одно инициирует другое. Да. И классическое представление состоит на самом деле в том, что между чувством и мышлением есть некая, как бы, некая граница, которая вот, фундаментально непереходима. Да, там, чувственное всегда остается чувственным, мышление всегда мышлением остается. Между ними есть просто некое соответствие. То есть некая игра, да, состоящая в том, что как бы, мы должны через чувственное пробиться вот, как знание, да, которое является там, мысленным. Мы начинаем на всякий опыт и начинаемся в чувстве, да, и заканчивается в мышлении. Но это этап, это некоторый этап, да, мы должны этот этап проделать. Просто проблема, которую поставила как раз вот новая философия, которую ты заклинил, да, она и состоит в том, что опыт всегда теоретически нагружен, и поэтому нет никакого чистого чувства. Опыт всегда, на самом деле, есть некая середина, да, когда мы в опыте. Когда мы исследуем феномен, он всегда уже частично чувственный, частично как бы мысленный. И это неизбежно, просто так устроен мир. То есть вот это чувство и мысль, они как-то объединены. И, то, что... и поэтому нельзя говорить, как ты говоришь, феноменальный, да, термин использует феноменальный, потому что это относится только к чувственному опыту. А надо говорить феноменологический. Феномен всегда феноменологичен, а не феноменальный. И здесь проблема как раз в чем состоит. Дело в том, что вот как раз в классической философии, как ни крути, они на самом деле постоянно занимались теологией. Да? Они постоянно исследовали вопрос, связанный с Богом, с Абсолютом. И поэтому у них вопрос о том, почему наше субъективное мышление, которое проецируется на мир, да, которое, как ты правильно говоришь, создает уже вот, знание, да, которое и чувственно, и мыслимо, почему такая проекция, например, например, философии Канта, почему такая проекция возможна, и почему она достигает все-таки истинного знания? Такой разговор возможен только в том случае. Привет. Если существует абсолют, да, вот если существует абсолют, да, то абсолют, как бы так, согласно нему, так устроен мир, что когда мы с позиции нашей субъективной способности там, мыслим что-то, тем не менее мы умудряемся достигать знания о том, что мы чувствуем. Но это сродни тому, что вот Бог не познаваем вроде как, а с другой стороны, тем не менее, у нас какое-то знание о нем есть. Да? Точно так же и здесь. Да? Вот, несмотря на то, что если мы подкладываем мышление, свое субъективное мышление в феномены, то мы могли бы засомневаться, постигаем ли мы в результате этого истину. Но на самом деле мы не сомневаемся в том, что постигаем, потому что вот Бог так устроил мир, что вот мыслимое нами, как бы оно является в этом отношении истиной. Это в классической философии так. Вот эта проблема, связанная с тем, почему, каким образом мыслимое нами, да, является тем не менее истиной. То есть мы ведь, если мы с вами согласимся, да, вот, хотя бы предположим, что все существует только чувственное. Почему, если мы мыслим по поводу этого чувства, и все, что нами достигнуто в мышлении, почему оно является знанием истины? Да? Каким образом? Как мы можем доказать, на самом деле, что мыслимое, поскольку мышление, на самом деле, занимается только мыслями, а когда мы находимся в чувстве, мы чувствуем только чувство. То есть откуда возникает вот это вот соответствие чувства и мышления? Как можно доказать, на самом деле, что мышление может пробиться к чему-то, что мы называем истиной? Это же проблема,
на самом деле. Это проблема классической философии решать тем способом, что Бог так устроил мир, что мы можем это сделать. То есть, так, потому что так мы включены, если, например, Гегеля про это. Так я не выдерживаю, хочу сказать с своей точки зрения, что это злобная клевета на классическую философию. Хорошо, а по-твоему как? Скажи. Ничего. Рассказывай. Злобная клевета. Хорошо, как по-твоему? По-твоему состоит так, что есть объективное мышление, да, которое, как оно существует, каким способом? Ну, это не о том доклад сегодня, ну, давай. Нет, вопрос, как раз доклад-то как раз об этом, на самом деле. Вопрос состоит о том, что, я же хотел попроще доклад сделать. Вопрос состоит о том, что вот есть чувственное, да, и чувственное нам дано в чувстве. И мы, то, что чувственно, для нас как бы вот это есть некий признак реальности. Если вы что-то дано в восприятии, как бы, то, по крайней мере, ну, может, конечно, быть галлюцинации, там, могут быть там иллюзии, но, как правило, мы на самом деле на это рассчитываем и считаем, что то, что в чувстве дано, оно вот реально. А вот есть другая способность мышления. Вот то, что дано в мышлении. Там. Но там нереально. Нет, а как мы можем это говорить о том, что дано в мышлении, как мы можем говорить о мыслимом, как о реальном? В каком смысле? Это ведь вопрос, старый вопрос, номинализм и реализм, да, вот об универсале. Вот как, каким образом существуют понятия? Понятия не могут существовать как вещи, да, они не могут быть чувствами. Они не могут быть феноменальными. Правильно? Тогда как они существуют? Можно было бы рассуждать, как это делает Платон, что существует некий мир идей, там где-то непонятно, там обитающие, да. Можно говорить о том, что понятия существуют, как говорят номиналисты, только в нашем мышлении. Да? То есть понятие реально не существует, а существует только мышление. Можно говорить, как говорил Гегель, да, что на самом деле есть это абсолют, на самом деле, и мы потому постигаем понятие самого мира, потому что эти понятия, на самом деле, есть не что иное, как схема, некая там структура мира, которую можно было бы назвать абсолютом. То есть сам абсолют, весь мир просто пронизан некой единой структурой, логикой некой, которая составляет абсолютную логику. И мы просто эту логику постигаем мышлением, то есть мы мышлением постигаем мышление. То есть в мире точно так же есть кроме чувства, есть еще как бы вот мысленная составляющая некой логики, мы эту просто логику ухватываем с помощью мышления. То есть мышление направлено на логику, оно ухватывает логику, а как бы чувство направлено на чувство, они выхватывают чувство. Каждая способность работает в своей сфере, как бы они там не пересекаются, они как бы работают параллельно. Но если теперь мы убираем абсолют, то у нас возникает проблема, каким образом мыслимое нами может быть истинным. Каким? Если все, что существует, все, что реально, является только чувственным. Для того, чтобы эту проблему решить, необходимо как-то объективировать мышление. Необходимо сказать, на самом деле, что помимо того, что в реальности существует не только чувственное, но и мыслимое, то в буквальном смысле существует. И надо это пытаться объяснять, каким образом. Каким образом существует понятие. Вот у нас есть понятие, и эти понятия они должны так как-то реально существовать. Но не так, как, конечно, существуют там вещи, в каком-то другом смысле. И вот, собственно, то, о чем я хотел сказать, и чему хотел посвятить доклад, это понимание феномена как такой структуры, которая имеет и чувственную составляющую, и мыслимую. То есть вот мыслимая составляющая, которая существует в мире, да, и которая только может мыслиться, и никакими чувствами не укладывается, это и есть отношение и связь внутри чувственной реальности. Вот есть некая чувственная реальность, которую мы чувствуем по себе, а есть некая внутренняя связь вот этих, внутри этих чувственной реальности, какой-то порядок какой-то, да, вот взаимосвязь, то, что Игорь говорил, формы и прочее. Но все это может быть только мыслимо. Но эти формы, эти связи, они точно так же реальны. Просто их реальность, она как бы иная. Она нечувственная. И вот о такой реальности как раз и говорил Гуссель, в отличие от Канта. Вот ты вот говоришь, что и Гуссель точно так же, как и Кант мыслил. Кант считал, что нет никакой интеллектуальной интуиции. То есть мы не можем постигать с помощью мышления, то есть мышление не постигает никакую реальность, оно только конструирует. А реальность постигает только созерцание, то есть только чувство. То есть существует чувственная интуиция, а интеллектуальная интуиция, то есть мысленная интуиция, не существует. А как раз Гуссель, вот его отличие от Канта, состоит в том, что он говорил, что существует интеллектуальная интуиция. То есть мы с помощью мышления ухватываем сущность. У него есть, говорит, некая есть усмотрение сущности, то есть мы можем усматривать сущность. Потому что тут в чем проблема-то состоит? Проблема состоит в том, что если мы к самим вещам выходим, да, то у нас нет никаких предварительных конструкций, которые мы могли бы навязать миру, да, и его как по какому-то принципу сконструировать. То есть мир для нас просто некая открытость, которая сама себя дает. Да, вот как у Хайдеггера, допустим, там, у Гусселя. И надо исходить из того, что есть, а не придумывать то, что можно придумать.
Так вот, если мы исходим из того, что есть, то кроме того, что в чувстве возникает некие чувственные интуиции, да, вот некие созерцания, неизбежно возникает также и мышление. То есть мышление, это, оно точно так же встроено в структуру мира. И мышление есть такая способность, которая выхватывает из мира нечто, что в мире мыслимо. То есть мышление объективно в этом отношении. Только вот, например, объективность у Гегеля мышления понималась через утверждение абсолюта. Почему мышление объективно? Он точно так же, у него та же самая проблема состояла. Он объяснял, просто сейчас немного возвращаясь, да, объяснял ее тем способом, что существует Бог, существует абсолют. И он существует и на стороне объекта, и на стороне субъекта, и поэтому субъект, постигая объект с помощью мысли, как бы выхватывает из него истину. А теперь как бы ситуация иная. Нет никакого Бога, нет никакого абсолюта. И выхватывание в самом объекте мыслительной характеристики является просто составной частью самого объекта. Но если мы смотрим на феномен таким образом, то никакого, то феноменальное, вот чувственное, оно никогда не является феноменом. То есть оно является феноменом, но является всегда частичным феноменом. Оно не является никогда полным феноменом. Оно является некой только частью. А полным феноменом всегда является вот нечто феноменологическое, да, состав которого будет и чувственное, и мысленное. И структура феномена, ты правильно, Игорь, говоришь, что она вот именно двойственная, в том смысле, что она имеет и чувственную составляющую, и мысленную составляющую. Ну, она двухслойная структура. Еще нам напись, пожалуйста, исполни хоть одного классического философа, который говорил, что именно в чувственном истина. Нет, он не говорит. Ну, так а что же так у тебя это прозвучало-то? Все как раз они говорят, что в чувственном истинности не в том смысле нет, не в том смысле, что ее там нет совсем на стороне чувственного, а потому что чувства не лгут, и чувства вообще не судят. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что существует с классической точки зрения, конечно же, истина только в мышлении. Ну а как мышление может... Но мышление постигает... Но вся реальность находится в чувственном. Проблема мышления состоит... А почему? Кто сказал это? Кто это показывал, что вся реальность находится в чувственном-то? Гегель? Ну, нет. Да, хорошо. Кант? У Канта прежде всего. Да нет! Да все классические философы, и Гегель, и Кант. Я же Гегель, Кант. Что у тебя вся реальность находится на стороне чувственного. Что у меня там только реально-то? Хорошо, вот чувственные достоверности бытия где находится? Чувственные достоверности, все, что мы имеем, это есть бытие. Ну, ты... его пытаются сказать, что это находится на стороне чувства, и не получается. Нет, именно в чувственной достоверности бытие является в своем истинном смысле, именно еще и как не мысль. Во всех остальных формах бытие становится только мыслью, которую мы ну, там мыслим. Потому что оно так и не, ей не может. Ее... А в чувственной достоверности бытие есть опыт, сама достоверность опыта. Да, пытается, но потом оказывается, что это не так. Ну не так. Бытие не находится на стороне чувственной достоверности. И говорит Гегель, об этом знают даже звери. Который вместо того, чтобы остановиться с восприятием перед чувственными вещами, набрасывают на них и пожирают. Ну вот действительно, знают, что истина на стороне чувственных вещей звери. Они набрасывают на них и пожирают. Никто не говорил, что истина на стороне чувства, реальность на стороне чувства. Да, а истина находится как бы потусторонним чувством, потусторонним, мыслимым. Проблема состоит не в том... что истина находится в мыслимом, а проблема состоит в статусе вот этого мыслимого. Опять возвращаемся к декартовскому построению. Вот у него главное. И где же здесь у него? У него реальность, единственная возможная реальность, находится на стороне когита ergo sum, чистого когита, вот этого чистого своего я. Оно на стороне находится. И где же здесь чувственное? Когда он это начинает свое сомнение, ему уже, он же в том, в чем он сомневается, оно же каким-то образом там ему дано. Ну и что? Ну оно дано каким образом? И чего? И что из этого? Оно дано в опыте, в виде чувственного опыта. И что из этого? Не обязательно. А в числе ты можешь сомневаться? Так же в числе можешь сомневаться. Понимаешь, как бы, вот был такой эмпиризм, да, который утверждал, ну и, наверное, может сейчас есть, потому, в виде там позитивизма и прочего, который говорит, что все, что существует в мышлении, все из опыта, да, и все из чувства. Понимаешь, все из чувств. Ну, вот ты пытаешься утверждать как бы тезис на самом деле, что как бы чувство вообще не нужно, да, вот можно да, базироваться только на одном чистом мышлении. Нет, я... Как раз против этого и выступал Кант, что критика чистого разума не состоит в том, что разум в своей чистоте не может двигаться. Он не может... Классическую философию от шлавливых ручек современных французских философов. Да включимся с современных французских философов. Я вообще я не со стороны французских философов к этому подхожу. Причем не современные французские философы.
Вопрос в этом, собственно, что, допустим, критика чистого разума, она посвящена тому, что разум в своей чистоте не может добиться никакого знания. Что он на это претендует, но добиться не может, он запутывается там в этих антиномиях. Да, но при этом возможны синтетические апостериорные суждения. Возможно. Только апостериорные, то есть исходя из опыта. Апостериорные. И априорные еще, кстати. И апостериорные, и априорные суждения тоже возможны. Синтетические суждения априори. Априори, да, возможно. Невозможно. Синтетические суждения априори невозможно. Но в этом состоянии есть вопрос. Критика чистого разума. Невозможно. Опять и постулат Евклида. У тебя для постулата Евклида математика основана на чистом созерцании. Ну и что? А за чистое созерцание основано на чистом пространстве. Вот тебе и пример синтетического априорного суждения. Все аксиомы геометрии. И Кант в этом не сомневался. Дело просто в том, что вся математика, естествознания основаны на опыте. Они не априорны. Ну, у них, конечно, есть, они берут из опыта априорную составляющую, на ней базируются, но тем не менее они все опытные науки. А речь идет на самом деле о метафизике, о разуме чистом, о чистых априорных утверждениях. Ну, в общем, ладно. Не математических естествознания. А построение это из опыта, да, а из опыта. До опыта. Два простых как бы термина. Что такое бывают синтетические? Синтетические и качество новое знание. Если у тебя 2 плюс 2 равно 4, то ты уже, наверное, знаешь, что у тебя 4 плюс 4 равно 8. Это будет доказательство не синтетическим. Это будет как у аналитическое. То есть из одного это аналитически будешь другой. Поэтому как бы все доказательства бывают синтетические и аналитические. Синтетически это принципиально новое знание, аналитически, которое выводит из старого. И поэтому вопрос стоит следующим образом. Возможно ли априорные синтетические знания? А вот, например, аксиоматика Евклида, которая все в школе проходит, она с точки зрения Канта не из опыта берется, из некоторого созерцания чистого пространства, априорного. Какое-то созерцание чистого пространства, опять же, из опыта. Да, априорное, вот оно считается, что чистое. Это и есть опыт, это просто априорное, это тоже, и тоже, ты из этого считаешь. Это точно так же относится к опыту. Потому что чистое пространство и время, это точно так же относится к опыту. Поэтому Кант считал, что синтетические априорные высказывания возможны. Как это возможно, нужно было доказать, обосновать. Это возможно только в математике и сознании. А в метафизике, это синтетическое суждение тоже невозможно. И это как раз в этом состоит посвящена всякая чистого разума. Что в метафизике это не удается, потому что разум запутывается. Если он не имеет опоры, да, вот в опыте, а какая опора в опыте? Либо в чистом сочетании пространства и времени, либо просто как. Ну, это другой вопрос. Нет, это не другой вопрос. Как раз не хочу об этом сейчас говорить. Мы-то рассуждаем не о математике, естественно, мы говорим о философии. Правильно? Вот. Это на самом деле каждый раз ты-то отклоняешься. Вопрос же в следующем состоянии. Я, да. Конечно, я. Есть простые рамки мышления. Либо мы считаем, что мышление объективное. Я вообще хожу зигзагами, а иногда и налево так. Нет, просто мы говорим, что мы либо говорим о том, что мышление объективно, либо мы говорим о том, что мышление субъективно. Мышление, начиная с Декарта, стало только субъективным мышлением. Понимаешь, а у нас есть как бы две способности восприятия и мышления, которые кардинально отличаются. Если мышление только субъективно, то как бы то единственным объективным у нас остается только воспринимаем. Понимаешь, только из воспринимаемого. Вся реальность у нас, она повисла вот на этом тонкой пленке воспринимаемого. То, что все мышление стало субъективным. У Канта особенно это ярко. У него все мышление, у него чистые априорные формы, вообще все мышление. У Гегеля уже немножко не так, там уже можно что-то спорить. Вопрос, в этом-то и состоит этот подход классический, что феномен, ему просто негде быть, кроме как в чувстве. Он просто его туда приперли, потому что все мышление ушло в субъективность. Если бы мы начинали как бы с феномена, который имеет в себе и чувственную составляющую, и мышление, с точки зрения классической философии, это бы означало, что мы полностью погрузились в субъективную сферу, и вообще понятие объективности стало бы нонсенсом. В этом проблема-то состоит. И поэтому они говорили всегда и пытались как бы выйти к некому чувству чистому, да, вот и у Гегеля, и у Канта. Есть некий опыт восприятия, который может быть без мышления, без использования понятия, некого своей чистоте. Потому что ему это нужно было, и другого способа пробиться к реальности у них не было. Если ты возьмешь даже вот Наговицу, у него же та же самая проблема. У него в
форма, форма, везде форма, а вот самой реальности у него нет. Вот предмет, который должен был бы говорить о реальности, он у него просто какая-то призрак какой-то, понимаешь? И так вся классическая философия, вся проблема, например, у Фихта, который исключительно как бы строит субъективную философию, он, и начинает он с «я равно я», то есть вот, начинает с самосознания. У него вообще вся реальность уперлась в какой-то толчок, понимаешь? У него вот это вот, есть некий внешний толчок, да, все остальное движется внутри субъективности. И у Канта точно так же реальность, она ведь как бы, субъективность ведь до чего дошла, что вся реальность ушла вон в вещь в себе. Понимаешь, вот она где-то там. Вообще вот эта вот попытка вытеснить реальность, вот, она началась с Декарта. Первый Декарт попытался обосновать бытие, исходя из самосознания. И потом все движение классической философии состояло в том, что они все больше и больше, условно говоря, наглели, да, и все больше и больше распространяли свою субъективность на все возможное. И объективности, да, вот тому права мира как бы были все больше и больше ущемляемы, и наконец-то они просто дошли до предела. От мира вообще ничего не осталось, от самого мира. И как раз Гусель это был некий откат был, да, надо к самим вещам вернуться обратно, попытаться как бы все начать сначала, некое новое движение. Попытаться как бы вот эту субъективность преодолеть, если это возможно вообще. Но преодолевание ее возможно только на том случае, если мы сразу соглашаемся, что мышление в каком-то смысле объективно. Что если есть такое понятие, как усмотрение сущности. Это вообще полностью категорически противоречит классической философии. Потому что в классической философии мышление всегда только субъективно. Я говорю, у Гегеля там хитро, потому что Гегеля Бог, если у него там не все так просто. И там все это замешано на абсолюте. Абсолют у него и с той стороны, и со стороны объектов, и со стороны субъекта, он там везде участвует. Потому что есть некая единая субстанция, и в ней все. А если брать Канта, да, вот самого главного нашего субъективиста, то у него вообще, как бы, я говорю, реальность у него, она вот висит на волоске. Вот то, что он называет ощущением, да, это вот вся реальность, которая поступает к нам. Вот так. Все остальное это наши формы. Поэтому проблема-то и возникла, почему Хайдеггер-то возник, и почему вообще сейчас феноменология является некой дисциплиной, которую постоянно обсуждаем. Потому что проблема феномена, она стоит настоятельно. До сих пор проблема, она не решена, поскольку до сих пор разбивает реальность по линии различения способностей, восприятия и мышления. То есть так и считают, что если вот то, что воспринимается, относится к реальности, а то, что мыслимо, относится к субъективности. Все. И до сих пор так рассуждают. Проблема состоит в том, чтобы перейти эту границу и сказать, что реальным является нечто одновременно и чувственное, и мыслимое. Да, вот. Как вот постпозитивисты говорят, что есть это, опыт всегда нагружен. Нет никакого чистого чувственного. Да, всегда есть сразу в нем и мышление. Ну все, всем сказать. Все. Все, да. Ну тезис-то простой был, на самом деле. Они такой голос не очень. Все. Просто чтобы не затягивать.